Друзья, здравствуйте, доброе утро. Находимся ярмарка, город Кропоткин, улица Речная, 6, Краснодарский край, Российская Федерация. Ярмарка проходит каждое последнее воскресенье месяца. Сейчас сделаем обзор. Солнышко еще не встало. Или уже пасмурно. Идем посмотрим, что есть. Сегодня большой выбор красивых аквариумных рыб. Смотрите. Потихонечку пройду, сейчас посмотрите. Кому интересны такие рыбки, можно заказать. Есть отправка в кислородных пакетах. Номер телефона 8-928-231-6107. Пожалуйста, звоните, пишите WhatsApp. Вот малинезии черные прекрасные. Также ценники можно уточнить по телефону. Вот, допустим, Данио оптом, там она идет и 15, и 20 рублей, и 30. Все зависит от количества. Все, идем дальше. Убищоки и розелы. Цена 3000. Красавцы. Друзья, вот ожерелые. По-моему, желтые 16, синие 17, что ли. Ну, в общем, если будет интересно, пишите на WhatsApp, ценник уточню. У этого человека номер есть. Сейчас, Володька, запью. Розелла пенантовая. Плавмушечка выставочная тоже, ценника нет, не знаю. Ребят, вот кто спрашивал за фазанов, вот сегодня фазанчик есть. Павлины тоже есть, сейчас найду, покажу. За павлинов спрашивали, павлины очень часто были всегда. Сейчас не знаю, сегодня будет, нет, сейчас посмотрим. Друзья, пестренькие красавицы карелы, видите? Сотка 2 по такой цене отдал. Вот бещоки тоже. Бещоки 3500, щекатые 2500. Какие голуби красивые, да? Цена неизвестна. Всякая. Я просто ему поскольку. Когда они подщипаны маленько. Кто убрали? А вот, кстати, и павлины. Крючки, вот это перья. Самцы вот это, коричневые. Белые. 1000 рублей. А почем павлины? 9 и 15. 9? Это 9, это 15. А тебе 8500 вот. Ага. 8500 уступит немножко. Вы только не увлекайтесь там травой. Сильно не увлекайтесь травой. Мы ничего не давали. Чтобы они не запомнили. Сильно не давайте. А то люди начинают торгуются. В какую цену такие голуби? Вы не знаете, почему голуби? Вот, вот. А, я думал, 800 рублей. 800 рублей. Тысяча. Розелла рубиновая. Лиза, сколько там время? Ты телефон? Время. А что, все, закончилась съемка, да? А, будильник. Здесь вот чисто желтые волнистые красавцы. И карелы тоже с ними рядом. Здесь немножко масковых. Я, блядь, масло сажу за стен. Здесь красавчики, курочки. Вообще все четкие курочки здесь, да? А вот эти голубые вилки красивые. Миша.
В какую цену вот эти курочки? 2,5. 2,5. Знаете, тоже крутит, мы тоже их пришли, всех спиздили. Крути, я помню. Как в клетке смотрится, да, под цвет клетки, прям красота. Ну хоть бесплатно. Сколько вот такой стоит неразовущий? 5 рублей. Яркая вся птица, красивая. Сегодня день пасмурный, погода хорошая, не жарко. Зебровая мадина. А почем ваши птички? В какую цену мадины? 500. 500 рублей. А здесь вот с рыжими щечками тоже красивые, видите? Потому и 500, чуть дороже. Друзья, есть группа на WhatsApp. 8-928-231-6107. Пишите, добавляйтесь в группу. Группа платная, 25 рублей в месяц, как взнос. В группе собираются любители птиц декоративных, попугаев, канареек, там все прочее. Там вопросы, помощь, разведение, лечение по возможности. Так что, друзья, подписывайтесь в группу, будем на связи, будем всегда знать, когда рынки, расписание этой ярмарки Кропоткинской. Ну и, соответственно, естественно, поддержка канала. Большой выбор перепелочек. А вот тут красавцы, какие кролики сидят. Кто спрашивал за кролика, вот, пожалуйста. Можно, почему нет? Нет, я просто к тому, что кто-то породу будет брать, что оно вот подойдет, не подойдет. Я вот к чему. Здесь вот утки, селезни. Ценник не знаю. Вот еще волнистые, шустрые, разноцветные. Здесь две коробочки. Вот взрослых подмешанных. Так, здесь что у нас? Зелененькие. Смотрите, как голуби расположены красиво. Сейчас пойдем посмотрим голубей. Расположились. Кто на жердочке, на верхнем этаже, кто на нижнем этаже. Всем приятно, всем хорошо. Это вот вверх забрались, видите, красавцы. Кто хотел утят, вот, пожалуйста, малыши. Есть чуть постарше, есть немножко больше постарше, видите. Не знаю. А здесь молодые куры. Разные породы, кроссы. В основном все направление на яйцо. Мясо яичное поменьше. Мясных я, в принципе, не видел ни разу здесь. А здесь крупные волнистые. Какую цену такие волнистые у вас? Рубль молодой. Рубль? Да. 1000 рублей. Да. Подешевели, были по 1,5, по-моему. Да, да, только что вот там были 1,5. Ну что, давайте. Синяя маска. Я отломалась. О. Бывает.
Канарейк сейчас прошел, этот ряд не нашел. Пойдем еще походим, побродим. Может, канарейки попадутся красивые. Я шпаровал его 2 года. Друзья, я обнаружил большой выбор красивых канареек. Сейчас посмотрим персонально каждую клеточку. Вот он у меня сидел, вырос. А это самка вам кажется? Волна почем? Это самка? Ребята, волна почем? Это чубат. А чем они? Это один как человек чубатый, посмотри, таких ты не видел. А вот эти птицы Кто бы еще ценники озвучил бы всех канареек, вообще было бы приятно. А вот какая классная. Прям необычный цвет. Друзья, в общем, птица разная, красивая есть. Ценник — это дело уже отдельного разговора. Было бы хорошо, если бы, знаете, написано было на каждой клетке цена, а так... Я цен не знаю, спрашивать каждый раз ходить неудобно. Карелы, 2500, крыски здесь. Я видел. Одна у меня станет. Синяя! Да! Друзья, приезжайте на ярмарку в Кропоткино, вот этих птиц можете здесь приобрести. Ну, не каждый месяц, это сезонно. Сейчас есть, потом человек распродался, птица зимой не будет или будет меньше и дороже. Друзья, моя первая часть подходит к концу. У меня выдастся минута свободная, пройду еще, поснимаю для вас видео. Сейчас проснется ярмарка. Сейчас зорька. Вон солнышко сходит уже, видите, выше деревьев поднялось. В общем, друзья, до скорой встречи. Подписывайтесь обязательно на канал. Кто смотрит на Ютубе, переходите на Яндекс.Дзен. Ютуб невозможно ни грузить, ни смотреть, почему-то уже стало так. Так что всех милости просим на Яндекс.Дзен. Ссылку оставлю в описании.